Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Як тільки люди не готові лікуватися, аби позбутися страшного недугу? Сьогодні будемо говорити про нетрадиційні методи лікування. І допоможуть розібратися з ними гості, які вже є у нашій студії. Отож, сьогодні у нас Олена Рузанова, дієтологиня-нутриціологиня, авторка книги «Індивідуальна програма оздоровлення». І Олег Рябко, лікар-гастроентеролог, вертебролог, мануальний терапевт і нутриціолог. Тож дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. З приводу лікування існує традиційна медицина і нетрадиційна. Отож, якраз ви займаєтесь, скоріш за все, нетрадиційними методами, так? З чим вони пов'язані і як працюють ці методи і чи є результати? Будь ласка. Дуже замечательний вопрос. Иммунитет можно и нужно укреплять, и это процесс, который начинается с беременности мамы. Потому что все мы рождены от мамы, и поэтому иммунитетом надо заниматься с беременности. Я так всех своих пациентов учу и всех людей, с которыми приходится мне общаться. Но укрепление иммунитета – это такое общее понятие. Есть конкретика, есть определенные пункты, которые надо человеку соблюдать. И они не сложные, то есть таких основные несколько китов – это образ жизни, это система, как человек отдыхает, как он работает, это питание его и генетика. Три вещи, которые являются основополагающими в формировании иммунитета. И поэтому питание – это то, что мы можем корректировать. Генетику мы не можем корректировать, но питание мы можем и образ жизни 100% можем. И каждый человек – это индивидуальность. Такой подход, он является правильным для любых времен и веков. Надо лечить не болезни человека, в том числе и иммунитет укреплять. Надо обязательно следить за тем, чтобы у человека правильно отдыхал и правильно работал. У нас на Украине много работают. Меньше отдыхают. Да, совсем мало отдыхают. И питание – это то, что можно корректировать и достигать очень хороших результатов по укреплению иммунитета. Но здесь нужен системный подход, быть правильным здесь, много знать, потому что сейчас все люди разбираются в медицине, да, в политике, в сельском хозяйстве. Поэтому лучше все-таки отдать это специалистам, и эти специалисты должны быть правильными, потому что много… Ну, я сам оканчивал нашу Днепропетровскую медакадемию, мединститут тогда, и нас учили, скажем, мне кажется, более основательно, я не буду претендовать на сегодняшнее, но смысл в том, что нас учили тому, что надо подходить, начиная мелкими шажками, охватывая все сферы деятельности человека, а в питании это то, что нуждается каждая клетка. То есть это все витамины, все белки, жиры, углеводы, все микроэлементы, которые должны поступать, и желательно бы, чтобы они были правильными. Угу. Ну а в современном мире, конечно, это довольно-таки сложно сделать. А як же збалансувати харчування? Мені здається, саме це питання до вас, пані Олено. Ну, на мой взгляд, тут секрет очень прост. Лично так для себя идеальная схема и для всех людей, кто хочет жить долго и счастливо, состоит из белка и клетчатки и немного углеводов, так как нужна здоровая энергия. Вот. Лично я почему сильно уважаю клетчатку? Да потому что очень просто, чтобы усваиваться белку, нужно много клетчатки. Вот. Дело в том, что все должно быть сбалансировано. Вот, и самое главное, каждый человек, в принципе, в состоянии следить, как оно еще усваивается. То есть все вот эти рационы, нет единого какого-то шаблона, что подходит для всех. Одно дело – это маленький ребенок, второе дело – это взрослый человек, выздоравливает он, или он спортсмен с повышенными нагрузками, естественно, совершенно разные будут графики питания. Но нет ничего невозможного. А, пане Олеже, от ви сказали, що все можна робити і зміцнювати імунітет не пізно, але починати з вагітності. Ну, ми вже дорослі люди, звичайно, нас вже виховали, і ми самі можемо подбати про себе, про своє здоров'я, про свій імунітет. Дорослі людині, що потрібно робити, і чи є рекомендації? От ви принесли з собою тут деякі пігулки, я не знаю, вітаміни, можливо, це, можливо, ще щось. То розкажіть, якими ж засобами краще керуватися, звичайно, не називаючи так конкретно? Взрослый человек, он уже имеет весь набор
все, что у него в жизни было, все заболевания, образ жизни, и достиг определенного уровня здоровья. И исходя из этого уровня порогового, надо и строить то, что, какой иммунитет ему можно сформировать. Но такие простые вещи, как прогулки, свежий воздух, хорошая вода и питание, они могут это все сделать. Но вот это вот питание, когда человеку нужно в день где-то 60-70 нутриентов, то есть в разных веществ, которые должны поступать, и тогда клетка человека, а он состоит весь из клеток, более триллиона их, он тогда будет формировать свой иммунитет, потому что мы просто помогаем ему все это отрегулировать. И надо туда дать, из чего бы организм мог строить. Поэтому так важно дать качественный товар. И, к сожалению, а может быть, к счастью, на сегодняшний день качественный товар – это вот эти вот так называемые разнообразное питание в концентрированном виде. Добавки ви маєте на увазі, так? Тобто ми їмо щось і додаємо те, чого не вистачає. Ми називаємо food supplement. Тобто ми додаємо ці добавки. Це нормально цивілізовано, тому що весь цивілізований мир в основному так живе. І чим вище уровень цивілізації в странах більш розвитих, це більш розвито. В странах менее розвитих, как бы, ну, с разными факторами связано меньше это. Но Украина идет по правильному пути. Все хорошо. Людей, которые думают о здоровом образе жизни и правильно, естественно, правильно иммунитете, все больше и больше. Мы можем додавать до харчування витамины еще. Окрім тих добавок до харчування, які можуть бути, ще можна і керуватися вітамінами. З приводу вітамінів взагалі складна ситуація, тому що ми не знаємо. Є хімічні, є витяжки з натуральних речовин. І тут треба розібратися, що саме приймати і чи може організм сприйняти ту речовину, чи ту добавку, чи той вітамін, який ви вживаєте. Ну, мені кажеться, тут розумні ми люди многоклеточні, да, нас создало, ну, хто в що вірить, я так називаю, або космос, або Всевишні, да, або вищі сили. І ми, наш організм, тот, хто создавав його, розраховано на те, що він буде їсти все натуральне, живе. Вот и поэтому логично из добавок выбирать те, что 100% натуральные. Следовательно, они будут хорошо усваиваться. Естественно, для этого нужно создавать еще разумную к ним программу, чтобы осознать это, собрать анамнез, то есть максимум узнать до этого человека, чтобы создать ему разумную программу. А с приводу тих вірусів, які зараз є, один змінюється на інший. Ми чуємо звідусіль, що з'являються нові факти, з якими дуже складно сперечатися, а потрібно щось робити. Чи є у вашому раціоні програма, яка би допомогла людям, от зараз усім, хто нас дивиться і слухає, з'ясувати, зрозуміти для себе, чим захиститися? Чи є, ну, не знаю, можливо, там чай з імбирем, и лимоном пить. Можливо, ще тоже щось. Отлично. Так, ну, будь ласка, пане Олеже, з вас почнемо. По поводу предыдущего питания, такую маленькую ремарку сказал бы. Все, что мы кушаем, оно имеет две основные характеристики. Оно должно быть качественное. Есть такое свойство, называется биодоступность. Угу. Поэтому натуральные продукты, они предпочтительнее всегда были и будут. Потому что человек не станет искусственным каким-то. Он вряд ли станет роботом, правильно? Это во-первых. Во-вторых, да, это точно. Сколько бы вирусов, они даже здесь в студии есть, масса вирусов, грибов, простейших, бактерий разных, мы не можем всех их убить. И поэтому самое главное понимать, что нам надо сделать сильным иммунитет, и тогда человек просто не будет болеть. В свете вот последнего, то, в чем живет вся планета на сегодняшний день, то есть уже сейчас понимают, что люди, которые имеют хороший иммунитет, они легче переболевают, они имеют после этого стойкий иммунитет. Значит, вывод какой? Есть средства, которые там относятся к группе иммуномодуляторов, которые являются предпочтительным. И с их помощью можно четко взять себя и оградить. Есть определенная группа витаминов, там витамин С, А и Е, которые должны быть в рационе, когда человек уже имеет такую проблему, или же он знает, что он с ней встретится. И если это все будет в рационе в хорошей, правильной дозировке, в натуральном виде, это можно все сделать.
Угу. Тобто, можливо збалансувати, ось так будемо називати. Так? Пані Олено, ось ви говорили, що є такі хвороби, які традиційна медицина не може вирішити, так, а ось за допомогою нетрадиційної і збалансованого харчування можна вирішити. Так? Ось, будь ласка, ваш приклад і розкажіть, як саме це можна зробити. Мой личный пример имеется? Ну, у меня была сложная личная ситуация, когда мы столкнулись с тугоухостью у моего старшего ребенка. У него была первая и вторая степень. Врачи сделали очень много, я ему очень сильно благодарна, но мы поняли, и нам хотелось бы вылечить ребенка, чтобы не было рецидивов. Основная была цель. Вот и поэтому я очень благодарна людям, которые меня и тогда все время учились, и сейчас сопровождают меня в обучении. Я учусь нон-стоп. Вот, потому что, чтобы сопровождать такого непростого ребенка, надо очень много терпения, навыков. И самое главное, делать все быстро и правильно, особенно когда мы ограничены во времени. Потому что когда уже первая, вторая степень, ну, будем откровенны, это уже серьезный уровень заболевания. Но терпение, труд, все перетрут. Я очень люблю народную мудрость, обожаю. Поэтому 4 месяца и ребенок был абсолютно здоров. Угу. Слух, как у летучей мыши. Ну, от, бачите, ми якраз почали говорити про імунітет, про ті засоби, які допоможуть людині впоратись. І лікарі дуже часто говорять, що 85% усіх зусиль залежить саме від людини. І лише решта – це те, що ми можемо зробити за допомогою медицини, лікарів, або, можливо, ліків, чи добавок, і ще чогось. Так? Але усе, що робить людина, вона повинна знати, що вона робить і для чого. Так. Пане Олеже, ну, тут справді зараз хочеться не лише про імунітет поговорити, а про те, чого нам не вистачає, як вам здається. От у нашому житті чому так багато хвороб? Чому ми справді переходимо в той етап, коли мало що може залежати від нас? На сьогоднішній день я вже так в медицині більше 30 років, і тому маю, навіть на такому короткому проміжутку часу, видно, что здоровье людей не улучшается в основной своей массе, и продукты, доступные питания, они становятся не лучше. Поэтому необходимость добавок – это просто, это даже не обсуждается. В принципе, для нормального человека с нормальным мышлением, и который имеет познание, даже логически рассуждая, можно к этому выводу прийти. Но дело в том, что, допустим, в промышленных городах, а наш город относится к промышленным центрам, и на Украине много всяких городов, которые являются просто необходимостью правильно сбалансированного питания. Потому что если разобраться по сути, взять там учебник патологической физиологии и вникнуть туда, даже человеку не сведущему в этом, все начинается с неправильного питания клетки. Если она не получает, учитывая особенности стрессов, нагрузок, которые присущи каждому человеку, активная внешняя среда, сейчас вот эта цифровизация, эти детки, которые сидят в этих гаджетах, и масса информации и ритм жизни, который раньше такого не было, все это приводит к тому, что клетка должна потреблять намного больше качественных продуктов. Если она этого не делает, значит все усилия по здоровью будут на нет. Поэтому, учитывая все это, надо избалансировать питание, и, к сожалению, просто продуктами. Ну, можна попитатися, але я думаю, як це, пересічному українцю це буде дуже важко. Маловероятно. Ми можемо порівняти ті продукти, які купуємо. Так, в супермаркетах багато є різних, так, але ми ж бачимо, яка якість. І якщо фрукти, наприклад, повинні пахнути, а там вони не пахнуть, це вже велике питання, то теж ми не знаємо, як обирати харчування для себе. Чи крупи, вони затверджені взагалі за якістю? Де їх збирали, де сушили, де взагалі. Ну, тобто є дуже багато питань з приводу харчування. Так, але не їсти зовсім ми не можемо. Так? Точно. Нам треба і харчуватися. Без варіантів. Пані Олено, ну, от якраз до вас. Це вже наостанок таке питання. Які рекомендації будуть з приводу харчування в тих умовах, в яких ми знаходимось? В наше время, мені кажется, чим легше і проще питання, тим краще. Все-таки древні люди були не дураки. У них не было супермаркетов, не было каких-то услуг, да, не было ничего связанного с доставкой. Все там бегали, ходили, ездили на лошадях. И, как показала практика, были гораздо здоровее. Отсюда делаем выводы, что чем проще будет еда,
тем лучше. И чем больше мы будем двигаться, тем лучше. Я уже, у меня, честно говоря, был личный шок. Оказывается, современный человек в самом деле очень мало двигаться. И это тоже, мягко сказано, нерадостная весть. Чем должен бегать, прыгать, лазить? А что мы делаем? Ну, давайте честно, посмотрим правде не куда-нибудь, а в глаза. Сидим, лежим, правильно? Вот, а щоб хорошо все усваювалось. Так, ну є люди, які зараз такий мейнстрім, люди починають ходити на тренування, і дуже багато, особливо містян, займаються серйозно такою справою. Тобто в них є вже розроблена програма або там гаджети, які відповідають точному керуванню вашого руху, тобто знають точно, скільки тисяч треба пройти, там, скільки кроків треба зробити і так далі. Як ваш організм працює? Як взагалі ви ставитесь до таких гаджетів? Як ви думаєте, чи це потрібно контролювати так ритм, режим і стан свого здоров'я? Ну, современному человеку это просто необходимо. Это прекрасно, когда человек контролирует все. И те, которые хорошо следят за своим здоровьем, они всегда лучше, чем те, которые не следят. Весь вопрос в том, что когда мы живем в такой среде, у нас в организме образуется масса свободных радикалов, недоокисленных продуктов, веществ, и можно сильно напрячься, потратить огромные деньги и убрать их из организма. Но лучше это сделать при помощи добавок, потому что это будет быстрее, качественнее. Но это все равно как ездить, на Део и на Гелендвагене. Ну, разница приблизительно такая. То есть надо использовать лучшее в своей жизни, если есть такая возможность. Поэтому если мы там живем постоянно на Бали, как там правильно говорить, и пьем хорошую чистую воду и так далее, то тогда можно. Ну, извините, в Дніпрі надо это делать. Угу. Ну, зрозуміло, такі ваші рекомендації з приводу того, як можна в наших умовах вийти з ситуації, яка склалася, так? Ну, ми змушені, у нас іншого немає, ми живемо в нашому місті, чудове місто, звичайно, ми його всі любимо, да. Але дбати про себе, про своє здоров'я потрібно. І хто ж, як не ми? Тільки від нас залежить, наскільки це буде зроблено якісно. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Спасибо. Дякую за ваші рекомендації. Будемо старатись слідувати тому, про що ми сьогодні говорили. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.